Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Hellblade, жертвоприношение Сенуа. Ну что же, мы с вами в прошлой серии победили босса иллюзии Вальравна. Теперь нам нужно с вами добраться еще до одного босса, чтобы открыть большие врата. Мне теперь получается, что надо будет пешком возвращаться? Или все-таки здесь очень быстрый будет проход к тем вратам? К следующему боссу? Или все-таки надо будет бежать назад? Это будет очень долго. В детстве она часто лежала в траве, смотрела на облака и видела там смутные, меняющиеся лица. В какую степь не идти? Наверное, прямо все-таки. Блин, игра жрет очень много ресурсов. Будет дождик? Интересно. А ты умеешь видеть лица? Они везде, если присмотреться. И что мне дают эти лица? Сенуа, ты можешь видеть, как и я. Если тебе надо видеть Нижний мир, то Нижний мир и все его души тоже могут видеть тебя. Не бойся, если они заговорят с тобой. Я всегда буду рядом, чтобы помочь тебе. Видишь ее? То была ее мать, Галена. Она была жрицей, целительницей. Она научила Сенуа видеть нити, из которых сплетен этот мир, и это было красиво. Это было еще до того, как пришла тьма. Но когда она пришла, сначала она забрала мать. Сена до сих пор время от времени видит ее лицо, скрытое в мире. Как будто она до сих пор присматривает за ней. Сена так по ней скучает. Ты смотри, мы выбрались уже. А мы, считай, уже выбрались. Нас ждет с вами очередной бог, бог огня. А я же тебя уже, по-моему, читал, да? Да, я тебя уже читал, окей, хорошо. И что, снова возвращается тьма? Ой, да ты кто? О, ой-ой-ой-ой.
Ничего себе! Это что еще за мини-босс такой? Ты это, дружище, ты попал сейчас под мой меч. Так, давай. По одному. Да вы издеваетесь, что ли? О! Уклоняемся. Так нечестно, блин. Я-то без щита. Ну иди сюда. Чучундра. Не, с ним только надо короткими атаками драться. Забыл про замедление. Отлично. Фух. Да подожди, сейчас сражусь с ним. Куда без него? Без него никак. Но это была жесть. Сразу еще какой-то мини-босс. Вот это да. Вы не сдурели сразу, блин. Я только недавно от одного отошел. Сурт. Огненный гигант ответил. Он происходит из страны, которая старше, чем человеческий род. И северяне призывают его пылающий меч, дабы повергнуть своих врагов. Найди его, Сено, и пролей его кровь. Окей, я постараюсь, но я не обещаю. Я постараюсь, но я не обещаю. Возвращаясь из диких земель, она нашла убогого старого дурака, изгоя. Все его тело было обожжено. Она пожалела его, потому что ему недолго оставалось жить в том мире. Это сейчас еще одного босса завалю, потом опять будет такая стычка. Мне в какую сторону? Тут слишком много путей, все темнеет. Здесь два знака. Ох ты!
Да ты какой звереныш! Опять ты! Блин, опять вдвоем, а? Да что ты будешь делать? Вставай! 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 Еще не кончено, я согласен. Да вы издеваетесь, что ли, твари? Сдохни! Да что одна битва за битвой-то? В конце-то концов. Сдохните вы, блин. Фу, какая жесть-то, а ты смотри. Не успеваю ничего сделать. Или это есть бог-то, который мне нужен, блин? Я до сих пор чувствую его. Сладковатый, тошнотворный запах горящей плоти. Я до сих пор слышу их крики, доносимые ветром. Ты тоже их слышишь, Сенуа? Да, я слышала крики. Слышу до сих пор. Отлично, два знака надо найти. Y и N, да? Ну, Y вроде, наверное, будет этот столб какой-нибудь. Пока не понимаю. Где-то вроде как здесь. Ага. Нет, непонятно. Ладно, давай попробуем с Y разобраться. Может, какой-то из них будет подходить. Так, отлично. Один знак получили. Где-то здесь должен быть еще один знак. Надо наверх забраться, наоборот. Да. Вот второй знак. Путь в Хельхейм заказан живым, но ты уже идешь среди мертвых. Гляди на врата, и ты увидишь, что они открыты. Когда они впервые пришли на наши земли, я знал их язык достаточно, чтобы молить о пощаде, и они сделали меня своим рабом. Хотел бы я, чтобы они убили меня тогда вместе с остальными. Много земель я обошел с ними, следуя за ураганом огня, смерти и рабства. Тьму, о которой ты говоришь, я познал. И
Я все равно буду с ней бороться. Это правильно. С тьмой надо бороться. Со страхом надо бороться. Со всем надо бороться. Жизнь — это сплошная борьба. Только не говори, что опять надо будет драться со всеми подряд здесь. Особенно с тем здоровяком, но это ужас какой-то. Такая толпа на одну маленькую беззащитную деваху. Да. Ну, это я не вовремя, да? Ты издеваешься, два здоровяка, блин! Ну блин, с ним только надо с замедлением драться. Давай, бей. Давай, давай, кончай с ним, кончай, кончай. Хотя бы с этим здоровяком надо справиться, блин. Это жесть какая-то. Блин, я хочу тратить замедление, но нам еще пригодится, блин. Еще один! Еще здоровяк! Ох ты, засранец какой! Ой-ой-ой-ой, этот плохо. Вставай, 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 мать, вставай, 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 вставай. Живи, 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 давай. Давай, давай. Чё встала-то, блин? Я жал, ей жал, она что-то встала. Устала, что ли, мать? У тебя еще одно замедление. Еще одно замедление. Давай. Ну давай. Чучундра. Блин, а как-то попробовать рукопашную атаку. Я не знаю, что это за рукопашная атака такая.
Бей его, бей! Да какой ж ты живучий-то, подлюка! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, плохо-плохо-плохо-плохо-плохо-плохо-плохо. Да неужели, в конце-то концов, сколько ж можно с ним драться-то? Что-то как-то до этого босса тяжело будет идти. Слишком много боев. Прям очень много боев. Когда ты видишь огненные врата Сурта, знай, только жертва поддерживает огонь, Муспеле пропускает мертвых. Найди огонь, Сенуа, дабы пойти по пути к Сурту. Найти огонь? Вот огонь. Нет? Не тот огонь. Найти огонь. Это огонь? Жертва. Вот она. Сосредоточься. А-а-а. И чего? Беги, Сено, беги. Хель не даст тебе ответы, которые ты хочешь узреть. Но ты не должна отворачиваться от ужасов, которые тебе явятся здесь, потому что ты не преодолеешь страдания, если откажешься смотреть на них. Жесть какая-то. Куда подевался огонь? Это была ловушка? Это была иллюзия? Сурт ее испытывает. Что-то меня все испытывают, блин. Костер. Сурт ждет ее. Она не сможет пройти. Найди свой путь. В смысле, мне надо другой путь найти? Скорее всего, да. Есть еще камень. Северяне рассказывают такую историю. Прежде чем была создана Земля, был другой мир, называющийся Муспель. Этот мир был на юге, потому там было светло и жарко. Все горело и полыхало. Искры из Муспеля стали звездами. Другие искры растопили лед из ледяного мира Нильфхейма. И так появился великан Имир. Муспель — один из 9 миров. Теперь это страна огненных великанов. Никакие другие создания не могут жить там. Окей, Муспель, Шмуспель. Ну как раз здесь получается у нас будет битва с боссом. Но сначала он меня туда не пускает. Надо найти другой путь. Хорошо. Попробуем найти другой путь. Надеюсь, здесь хотя бы бойни не будет, потому что, блин, здесь очень мало места. Найди огонь, Сенуа, дабы пойти по пути к Сурту. Ну, я и собираюсь искать огонь. Явно не там, правильно? Она никогда не вернется назад. Все сгорит. Как она найдет путь обратно? Я вижу огонь уже. Он даже здесь, получается, не один.
О, камень. Ну-ка, что расскажешь? Северяне говорят, что защитника Муспеля именуют Сурд, главенствующий над огненными великанами. Его имя означает «черный», а зовут его так потому, что он похож на горящий уголь. Северяне верят в то, что он сидит на границе Муспеля с пылающим мечом. Когда придет конец миру, он покинет свой пост, отправится в Асгард и Мидгард. Он поведет войну против всех богов и одержит победу, а потом сожжет весь мир в огне. Жестко. Поэтому его надо убить. Здесь тоже не забраться. Северяне приносили жертвы огню, сжигали рабов, таких как я, чтобы открыть пути к Сурту. Я искал смысл в их страданиях, в их глазах, но они лишь вопили, как беспомощные свиньи. Мне потом надо будет бежать. Быстро-быстро бежать. Все горит. Мать, пора бежать. Беги. Воу-воу-воу-воу-воу. Чёртов Сурд. Беги. Беги. А твои боги отвечают твоим мольбам, Сенуа. Я просил о милости всех богов, даже их богов просил, но никто мне не ответил. В конце концов, я освободил себя сам. И я говорю, брось вызов богам, найди свой путь, как я нашел свой. Мои боги покинули меня, я одна. У нас опять будет бойня. Найди огонь, Синуа, дабы пойти по пути к Сурту. Сначала плюс подраться. Доставай меч, Синуа. Здесь еще одни врата, еще два знака надо искать. Что-то похоже на бесконечность и Эр. Северяне из Хеля почитают богов-пожирателей, ненасытных богов тьмы. Сенуэ, я происхожу из Эрин, где люди поклоняются другим богам, Туата де Дадан. Как ты потерял своих богов? Сенуа, я был человеком-ученым, а не воином. Чтобы выжить, я совершал разные поступки. Плохие поступки. Того, кем я когда-то был, давно уже нет, как и тебя, Сенуа. А когда такое случается, даже боги, которым ты молишься, умирают с тобой. Ну, где мне эти знаки искать? Эра, бесконечность.
Что-то даже ничего похожего здесь нет. Так, здесь где-то есть R. Мне спрыгивать или чё? Вообще ни на чё похоже. Каким-то боком должен найти R, где-то здесь должна быть бесконечность. Да, вот такие загадки не очень решать, блин. Где R? На что похоже, блин? Серьезно? Вот это R? Я думал, искал какие-то деревья. А в итоге, блин, выжженная земля. Ну давай искать бесконечно, где-то здесь должна быть. В какую степь идти-то? Искать бесконечность. Что-то где-то здесь. Пока не очень понимаю. Куда тут голову вертеть? Да что такие сложные знаки-то, блин? Нельзя что-нибудь было попроще сделать? Куда вот? Непонятно вообще. Где-то прям здесь, а где здесь, непонятно вообще. Не понимаю. Давай попробуем еще раз залезть наверх. Может быть, опять сверху где-нибудь этот знак будет. Потому что, ну, реально непонятно вообще. Где что его искать? На что он тут похож? Тут с R-то, блин, вообще непонятно было, что это R. С бесконечным что-то вообще непонятно. Где ее искать, на что она будет похожа? Нет, что-то наверху никак, без вариантов. Да где ты хоть, блядь, подскажи мне, мать? Где твою бесконечность искать? На что она должна быть похожа? Тут вообще даже вариантов у меня никаких нету. На что должна быть похожа бесконечность? Может быть, вот так как-то?
Офигительно. Ладно, хоть нашли уже плюс. Опять надо бежать. Чуть не сгорело. Беги давай, мать. Беги. О, еще через здание все. Засранцы. Все проходы завалили. Верхом, верхом, мать, верхом. Фу, фу, фу. Как все страшно. Давай, давай. Какой ужас. Вот это вот больное воображение. Ух ты! Ё-моё, блин, не успел. Вставай. Вставай, он идет. Куда, куда бежать? Я запутался. Да чё ты делаешь, мать? Беги давай. Фу, жесть какая-то. Ты говоришь, что твой мир рухнул. Хорошо. Пусть он рухнет, а ты имей храбрость оплакать его. Сравняй свой мир с землей, и только тогда, родившись заново, ты начнешь жить заново. Нет, я не вижу новой жизни. Фух. Ну а мы с вами пока подождем, отдохнем и отправимся уже к этому боссу. В следующей серии, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Базар Бабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях, всем пока.